продолжение следует. С решки ушел, а тут запищало. Я раз, а это у меня тут рельса. Начал рельсу раскапывать. А мне тут раз еще швеллер не дает. И вот сейчас стою, думаю, что мне в первую очередь доставать. Это или это. А тут думать нечего. Надо швеллер сначала вытрелевывать. А потом дальше туда в кустики лезть. Вот такая сиеста. Фиеста. Вот такой рычаг мне в помощь. Качу-бачу. Он нравится такой? Мне очень. Я продолжаю. Пили ее, Шура, пили. Она золотая. Итак, второй день моей эпопеи с рельсой. Убираю бревно. Вот такое длинненькое оно здесь. Оно гнилое, сырое, тяжелое, мокрое. Мне надо его перекантовать, короче. Ну, еще бы на метр хотя. А под ним еще одно бревно. Вот оно торчит. Вот оно бревно. А под ним еще одно бревно. Скорее всего, вот лежит. А под ним рельса. Буду трелевать как-нибудь потихонечку. Я думаю, справимся мы сегодня. Кента нету пока. Занят по-черному. Приходится одному вламывать. Что будет интересное, покажу. Ну вот я и докопался до краешка. Вот она, рельсочка моя. Еще 3 метра, наверное, будет. 100%. Единственное, вот хоть не стал этот ствол доставать оттуда. Эти все выкорчевал. Ну что, трелевать будем? Итак, второй кусок вытащили, разметили по 87 сантиметров. Начинаем сейчас в две болгарки пилить. Нифига, она там копыта. С молотом, с богом, вперед. Еще раз. Вон там отвалилась. Еще раз. Все, отвалилось. Пожалуйста. Подтягивай. На рубеж. Еще давай. На рубеж. На рубеж. Еще подтяни. Подтяни еще. Пробуй. Попробуй. Сказки мне тут рассказывает какие-то. Миша, следующую. Все, долбай. Последний раз. Вот на этом наша эпопея с этими рельсами закончилась. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе, на Ютубе, на Дзене. Так как ютубушка стал у нас дурковать. Все ссылки будут в описании внизу, в закрепленном комментарии. Всем здоровья, до свидания, пока!